Сиория, с вами Сио Гейминг и... Хай, бро, с вами Скиллер Про. И сегодня мы будем играть в Petri Dish. Да, на сегодня... Охренеть, вот почему меня так подлагивало. Офигеть. Ступа! Бум-бум, шоколака на шестое место сразу. Вижу. Слушайте, офигенное начало для видео, знаете? И также, ребят, смотрите, сейчас вам покажу прикол. Ладно, у меня на видео сильно подлагивает, но, ребята, кто играл в Petri Dish, тот знает то, что на Petri Dish вышли эти самые стикеры. Поэтому вот у меня на этом скине есть. Создал я сам скин. X-Boy вот этот? Да, X-Boy. Я вот на 8 месте у меня. Ребят, сейчас я вам покажу гениальную тактику. Если вы подлагиваете на видео, то прощайте, пожалуйста. Ну, у тебя на видео, конечно, на ютубе будет там стандартно 30-60 FPS. Но 60 это для более сильных компьютеров. Но для меня это 30 FPS. Там, а у тебя должно подлагивать. А на ютубе должно вообще все клево быть. Ну вот, сами услышали. Также, ребята, пишите в комментариях, что мне снимать лучше. Битвы с друзьями или, конечно же... Или так, стримы. Стрим выйдет, когда будет хотя бы 50 подписчиков, 100 подписчиков на канале. Но это будет не скоро. Ну да. Картошка. Хуй. Зря сюда пошел. Вы сейчас видите, какую я колоссальную ошибку сделал, разделившись. Не повторяйте такого. Особенно, когда вы не видите, что у вас под носом. Ну что еще говорить? Играем. Ты где? У меня чуть картошка не съела. Давай в левый нижний. Я сейчас занят. А ты оранжевый? Я желтый. Я вижу оранжевый. Оранжевого Сио Гейминга. Возле картошки. То есть второй Сио Гейминг? Я не знаю. Нет, я просто оранжевый цвет видел. Но я не видел никакой-то. Понимаешь, мне очень сильно сейчас картошка мешает. Вы видите эту битву веков. Ребят, вы это видели, за сколько я быстренько так... Так, я вижу какого-то оранжевого цвета. Так, я спускаюсь вниз. Соединяйся. А, ладно. Зарашим. Извините, ребят. Нет. Давай. Раш. И, ребята, ссылка. Раш. У первое место. Красавчик. И также, ребята, Сиогейминга будет в описании. А Сиогейминга... Извините, ребята, а Сио Гейминг, надеюсь, оставит ссылку на меня. Хорошо, оставлю. Охренеть, как я медленно иду. Вы сейчас это видите. Ребята, я на пятом месте, он сразу уже. Ты где? Я уже внизу левый. Офигеть. Я там буду не скоро. К обеду не ждите. Я ничего не готов, взял, ушел, хотя сказал, что... Да, сейчас я иду. Ой, сейчас я на супер... Что, сверху или снизу? Да, вроде бы сверху иду. А, смотри, ты вниз идешь. Ребят, может, сейчас постараюсь, и у меня сейчас работает. Это, ребят, смотрите. Не тупи. Есть, я боюсь. Эти тупы рядом. А на какую ты букву эти меняешь? Стикеры? Они у тебя нету на обычном. Извините, ребята, это скрипт просто звонит иногда. Извиняюсь, это мне позвонили. Тебе тоже Егор назвонил?
Да, сейчас позвоним. Егор, их, и, кстати, ребят, кто подписан на Егора, отписывайтесь, лучше подпишитесь на нас двоих. Ой, лучше отпишитесь от Егора, честно. У его канал называется... Блин, меня сейчас этот сожрет. Охренеть, я там чё-то кое-что нашел. Я иду наверх, я ничего не знаю. Я влез... Так, извиняюсь, сейчас мне кое-что написал. Что? Я поставил. Все, давай ищем друг друга. Охренеть, я тут шняху. Я опять этого оранжевого какого-то. Это хори. Хохори. Осел гейминг. Ни хрена себе. Так, давай, насчет три. Арифметика! А-а-а, картошка! Брат! Хорошо. Убивает! Итак, ребята, все, мы нашли.